Сегодня 7 ноября. Праздник с большой историей, интересный и неоднозначный. Кто-то поздравляет друг друга с Великим Октябрем, кто-то отмечает согласие и примирение, а кто-то вообще считает обычным четвергом и удивленно смотрит на цветы у подножия старых памятников. 25 октября, по новому стилю 7 ноября 1917 года в России произошла революция. Временное правительство было свергнуто, к власти пришли новые политические силы. Эта дата положила начало советскому периоду в истории нашей страны, который продолжался 74 года, до попытки нового государственного переворота. За это время Советский Союз пережил несколько войн, голод и репрессии, небывалый экономический подъем, застой, перестройку. В 1991 году, после упразднения КПСС как правящей партии, Октябрьскую революцию перестали считать великой, но совсем отказаться от праздника 7 ноября так и не смогли. После долгих споров он стал днем согласия и примирения. В 2004-м президент Владимир Путин причислил его к дням воинской славы в честь знаменитого парада 1941 года в Москве, когда воинские формирования и ополченцы прямо с Красной площади уходили на фронт. С тех пор 7 ноября остается самым неоднозначным праздником в нашем календаре.